Порядка 7 тысяч человек, задержанных в течение недели. Очень сложно говорить о том, сколько на самом деле пропало людей. Но вот цифра где-то 50. Просто любых людей их хватали на улице и забирали. Независимо от того, какая у них была гражданская позиция. Арестами это тоже очень сложно назвать, потому что то есть люди не, без опознавательных знаков, не указывая никаких своих удостоверений, просто хватали, везли куда-то, ничего не сообщая, никому никакие права. При задержании меня стали бить, отобрали телефон, вынудили меня сказать пароль. Тебе ставят нож в горло, говорят, подписывай бумагу. Ну, ты подписываешь. Первую ночь мы вообще были не в камере, а просто в гараже. Второй день и ночь мы провели в камере, которой не было крыши. То есть это просто прогулочный дворик. Было 5 на 5 метров. Нас там было 119 человек. И любое движение нужно было согласовывать с соседями, когда ты стоишь. Да? То есть, чтобы руку просто в другую сторону поставить или просто ногу там передвинуть. Даже не то, что базовые там вещи, чтобы люди могли спать, да, адекватно, имели индивидуальное спальное место. Вопрос стоял даже физического выживания в плане кислорода, потому что его просто не могло хватить. Поэтому очень много людей теряли сознание. То есть еды ее просто не было, и ее дали только где-то примерно за, два часа до выхода. Там дали хлеб и котлеты в большой кастрюле, из которой все должны были руками брать эти котлеты. Опять же, все должны были пить из одной бутылки связанными руками. У меня были связаны руки сзади, то есть мне нужно было просить кого-нибудь, чтобы кто-нибудь попоил меня. В принципе, 3 дня без воды, естественно, что люди будут умирать. И у меня была такая мысль, что, в принципе, же за это не будет кто-то нести конкретную ответственность, да? Наверное, отличный способ, то есть убивать людей. Прямо при мне человек начал падать в обморок, и, его забрали. Очень много людей находится в больницах в критическом состоянии. Ну и сегодня вот не так давно стало известно о том, что человек скончался в больнице, который получил огнестрельное ранение. Если вас задерживают, не надо даже делать попыток сопротивления. Более того, надо попытаться защитить все, те части тела наиболее важные для жизни, потому что, к сожалению, давать какие-то советы в ситуации правового беспредела очень сложно. Сейчас каждому важно сохранить свою жизнь.